Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT Доктор. Если вы начинающий веб-разработчик или же хотите им стать, то вы попали по адресу. На этом канале вы научитесь делать простые сайты, такие как сайт-визитка или даже создать более крупные сайты. Все зависит от вашего терпения и желания учиться. Главное, не останавливайтесь. Уроки выстроены таким образом, чтобы у вас не возникло трудностей с освоением материала. Мы будем начинать с установки необходимых приложений на ваш компьютер. Далее рассмотрим полезные сайты и сервисы, которые нам пригодятся в ходе обучения и дальнейшем создании сайтов. Позже мы начнем изучать язык разметки HTML, каскадные таблицы стилей CSS и JavaScript, язык высокого уровня. После того, как вы получите основополагающие знания, вы уже сможете начать работу над своим сайтом. Но современные сайты требуют от нас еще одной вещи. Это сделать наш сайт не только практичным, но и красивым. На любых устройствах, будь то телефон, планшет, ноутбук или настольный компьютер. Помогать нам в адаптации сайтов для разных устройств поможет фреймворк Bootstrap, которому будет посвящен отдельный видеокурс. Все полученные вами после этих курсов знания называются фронтенд, то есть визуальная составляющая часть сайта. Это анимации, цвета и прочая красота, которую можно увидеть на сайтах. А для того, чтобы придать сайту хотя бы минимальную работоспособность, например, дать пользователю возможность отправлять вам письма на электронный адрес или оформлять какой-то заказ на вашем сайте, нам нужно будет совсем немного погрузиться в бэкэнд. Бэкэнд – это та часть сайта, которая обрабатывает действия пользователей на сервере и выполняет ответные действия. Простыми словами, это код, написанный на языках программирования вроде PHP и JavaScript. Безусловно, бэкэнд является более сложной частью в создании сайтов, но только вам решать, как сильно вы хотите его освоить. И, конечно же, ни одна современная система не может обойтись без базы данных, хотя бы для создания регистрации и авторизации пользователей на вашем сайте. Всем этим мы будем заниматься в данных видеоуроках. Возможно, у вас возник вопрос, как же мы будем все это делать, ведь нужен домен сайта и хостинг для его размещения. Но я могу вас успокоить и сказать, что от вас не понадобится никаких лишних затрат. Все, что от вас потребуется, это компьютер с выходом в интернет, желание и старание, а также внимательно смотреть данные видеоуроки, которые выстроены в правильном порядке и позволят вам правильно и легко воспринимать и запоминать информацию. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось видео, пишите комментарии с вашими пожеланиями или замечаниями, а также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, заходите на наш сайт и нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео на канале и всегда быть в курсе новостей. Вся информация по видео и ссылки на соцсети, сайты и полезные ресурсы будет в описании под этим видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!